Так, ну все тут. Я, короче, ничего не баф. Вы там 4 пала распределитесь. Че, может, ИВК можно ЛК-фласку? Или Да, на скоп? да, можно. Это самое... Что там по танкам у нас? И ваша давай. И второй кто будет? Морифицист, давай ты. Только 4004 один там надо будет. Я почилю. Потом, наверное, на вальках спекнусь уже и в этого блокера. Групп лут у нас будет или как? Там До получается мы на ласта. вальку как? Может я на ДК до вальки зайду, типа тут если тут, мне там какой-то лут падает на А него. что тебе Надо. надо? Там уж какая-нибудь там плащ какой-нибудь типа, пойдет там с мастерством. Это кто хочет зайти? Это Биг Дэн Чувар. А, это Да. самое. А никому не надо плащик, который ты хочешь? Я не знаю, то есть мне вот, по-моему, надо тринкет, если кому-то танковский нужен, нет, это тринкет. Ну, мне нужен танковская тринка. Ну и на сову тоже тринк. Тебе это кама? Синтек. Синтек. Не танчите, зачем танковский Ты же сам тринк? сказал, сову себе. А ты сам, а ты ВВК сам не хочешь собрать, Сань? Ладно, Я не знаю, успели там. Ну ладно, пофиг, короче. Дай там кинь этого лутера или чего там. Или рела кинь. Я потом в конце перезайду. На ДК начислю ИП. Лидера дал. Ага. Так, запускаю босса, пошли. Че, престов у нас нету? Есть. С опаснейшими противниками. Ба, хоть бы. Те из вас, кто смогут пережить испытания, подошел. Я думаю, все знают тактику, да, здесь? Потому что если будет вайп, мы плащи не получим. Я видел и более достойных соперников. Должны понимать, по крайней мере. Наше время, паладин. Но не факт. Самых глубоких и темных пещер грозовой гряды. С огня выходите, вот, например, Айновен 4 стака у тебя. Не лутай больше. У Амияка 6 стаков. Вот скинулось нормально. А у Еши под босса. Ближе встань в жопу босса, на ком это параша. Кто этот рарник? Поближе немножко подойди. Вперед. О, нормально. Дефнер сдох, красава. У Ямики игра кританула. У кого? У Ямики друид. Вадикон ресает Дефнера. И Вилаша вот этого, который ползет, забираешь, отводишь вправо. Или влево. А этого червя все свободные на пулы, который вылез на малициста на пул. Давайте Геру. Маны Геру дадут, нет? Лилуя. Так, сейчас будет паралич. Вон там на трех людях. Это милики.
далеко сильно увел. Не знаю, как будешь размораживать, успеешь добежать или нет. Там ОЕ было, Лаша. В следующий раз поближе стой к нам. Все, Святос остался неразмороженным только. Там же есть таком. Таунтити червя в зуклю кастует. Раз, два, три каста, четыре каста, пять кастов в зуклю. Два танка таунтов нету на панели у вас? Алло, блядь. Что вар, что ДК, нахуй. Скажите спасибо, что зуклю хилили. Вы будете таунтить червей вообще? Набирайте рейндж. Милики выбежали. Все выбежали, ждем плевка. РДН бьют. Все, смотрим, сколько людей прилетело. Вот дикона захиливаем. Подходим, побьем. Секунд 10, наверное. Все, снова выбежали милики, потом добьем. Смотрим, еще плевок перед закопкой, может быть, 2 секунды. Вот плевок пошел. Захиливаем этих людей. Дал флешку там. Реально вот хиливайте. Рейндж не набираете вы. Добиваем этого пидора. Скоро будет лужа, смотрим. Перед ибалом не бежать, лужа веди. Перед ибалом не бежать, на рейд не поворачивай. Все, теперь этого гуся бьем. Под щит орды, вот где звезда, сюда. Так. Блять, у меня где-то макрос на фридом был, сука. Ладно, похуй. Поищу. Так, от черепка отбегаем. Я понял, блядь. Чё, нельзя сразу в одну сторону бежать, а не бегать туда-сюда? Вроде не сложно. Да я не думал, что у него такой фрейм большой. Сейчас смотрим, на ком черепок. Вот черепок, сразу от него отбегаем. Даем бурсты. Разъебываем. Поближе к боссу стой, орешек. Чтобы я фридомом до тебя доставал. А то ты стоишь за 30 метров, до тебя бегать приходится. Метров 15 стой, вот как тотемы стоят. Черепок, смотрим, на кого вешается. Вон у ворот, отбегайте от него. Сложно, да? Лошадь, пиздец. А кто это сейчас словил? Хант. Хант, ты чё, не видишь? У тебя есть отскок, блядь. Вообще не понимаю вас, нахуй. Какой хант его словил? Ну скажите мне, который мёртвый, блядь. Который упал первый, я вообще, бля, в ебенях стоял, блядь. Если чё. Не знаю, кто словил. Ага, тогда хз, сори. Какой-то пидор, короче, словил. Кто там рядом с тобой, зукля был? Он бежал в зуклю. Так. Эта хуйня надо вообще кому-то?
50 голды, ебать, халявный. Так, ну ладно. Тогда на кого бог пошлет? Вот тебе 50 голды халявные. Сапоги. Если кому-то надо там одеть на какой-то спек, сразу нажимайте. Так. Так, рарнику на распыл. Плащ Духаст. 58-й. Может, у кого-то плащ хуёвый. Критхаст. Сила. Охуеть. Запускайте босса. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Кстати, кто ворует? Маги. И Призан. Вы что, не пиздите, буду диспелить. Призан ворует и маги. ДК на боссе. Это не по ГП лутаем вещи или как? Ну тут я за ГП писал только трени, по-моему, и плащ. На кейс он просто плащ хотел. Дух. Плащ с духом? Я этому закинул рарнику. Он уже его распылил, я тоже кидал, что мне надо, и прикинул ему на пыль. Покидается. Ну, аддон установите, аддон установите. По ЕП, ГП я нажал, что мне на мейн, а его отдали на распыл. А хер его знает. А кто нажал? Випсень? Ямика. Я не видел. Ямика тоже не видел. Мне прилетело, я за все распылил. На ходу. Пока она залетает мне в этот в сумку, она уже распылена. Ну, я нажал по ЕП, ГП лутмастеру, что мне надо на мейн, а оно улетело. Че, сейчас босс побежит, блядь, там, че спереди перед ними стоит? Ну, не распыляй сразу, подожди, может там то это. Да вы выкидывай, ну как бы, блядь, выкидывайте все на ИПГП, и что не надо, откладывай, потом в конце просто отдавай. Сейчас портал появится. Бьем портал. Бабу под босса уешим. Два соска, ты тут? Удиси. Блять, я... Чё, блять? Я давно тут не был, я забыл, блядь, что бежать надо. Ну, на хп иногда смотрите на свое. Там иногда оно уменьшается. Надо посмотреть из-за чего. Я микорес, я два соска. Собаку побольше сыграйте на вулкане, она сава даст хилам, и лайпанемся. Вулкан пошли бить. Давай Т4 ДК. Вулкан все играет. Теперь демонов элементали. Я тоже вместе с ДК отдал Т4, но на плюс учешь. Давай орешек нас сокру. Нахуй вы его вводите, блять, там. Милики, отойдите. Зукля. Уснул. Портал играем.
Бабу можете не бить, фул по боссу играем. Киньте пати с Брэджин. Ух, трыня хорошая. Да ёбаный рот, нахуй. Ебучий этот, блядь, список, нахуй. Кстати, шкаф. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Тапки, защита, парирование. Зукли закинул. Ну или хотите, кидайте ролл на офспек тогда. Все, посмотрим, кто там офспек нажимал. Хила, Ахису в ДД. Ролл на штаны или на ботинки? На тапки. На ботинки. Так, тринька по хилам у нас, что там? Вюпсиня, Киса, Синтек. Я пас нажал, мне не нужна она. Благодарю. У Вюпсиня есть. Точно. Я их буду носить скорее либо две, либо вместе с лунной пылью. Отойдите оттуда, ва. Виктор, уйди. А темы там уберите, вот все. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Танчили танки чемпиону. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы... Да будет так! Малицист, Вилаша, прием. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Тогда этот... Короче, Малицист, просто на контроле будешь там помогать там Сала сбивать косты, всю хуйню. Ты раскидай того, кто эти косты сбивает. Самое главное, и все. Кто на кого. Так, что у нас тут вышло? Вар. Рога, не ставь ничего, никакие метки, я сам поставлю. Так, холипал. Где эта мразь? А, вот она. Звездочка. Короче, вы начнете с этой стороны. Тут как PvP играете. Вот примерно под этим щитом. Не дальше звезды. Танки с противоположной начнут. Айновен с решком. Хилите танков. Эвилаша, ты будешь... грипать в рейд, короче.
звездочку. Первую звездочку зергайте. Потом уже крестик будете бить. Контроль по черепку, по этому, как он называется, по ханту. Значит, водикон даешь. И когда три вихря сдаешь, имя имен продолжаешь фирами. Удержите полностью и меняетесь так местами. Этого кого, ханта. Кого? Черепок, хант, Алиса, Лунапарт, водикон, имя имен. Чередуем. Вихрь, страх. Нузл, чародей. Сбивают косты. Акиса. Сбиваешь косты, кидаешь в жабу. И дополнительно притон фиряешь. И дополнительно два соска кидаешь превращение в этого пидора. Все, дальше что там? На Вилане сидит. Акиса, я говорил, сбивает этому магу, да? На Вилане сидит, сбив костов, делаешь призон и кидаешь этот, как он называется, жабу. И Дефнер кидаешь превращение на Холипала, на кружок. Чтобы захила не было. Ну, милики, в принципе, нам не было. Если пойдут милики, то водикон, ямика, корнями играйте, там трапы сразу ставите. Фиры, станы, все как в ПВП. Короче, я буду с мобами стоять далеко, не буду видеть, что у вас здесь. Так что говорите, когда убиваете моба. Ассисты есть. У Рарника. Рарник, будешь ставить метку, какую бить. Или если уже стоит метка, просто называешь метку, какую нужно бить рейду. Все остальное, что вам не сказали бить, просто фиряете, контролите хилов и так далее. Все, проверка. Если на холипалов, вот здесь вот, сейчас вот у нас холипала 2. Если к ним пойдут мобы, пиздить их, то синтек там кинь, вихрь, что-нибудь кинь, чтобы их не отпиздили. Там подойдите, дайте фир вот с этой стороны. А там частицу мы хилим на расстоянии большом, они не понадобят. Чей это пидор побежал? Чё это за хуйня нахуй? Чё это за параша? Кого бьём первого? Звездочку вы бьете. А чё это за хуйня? Нахуй вы побежали? Ну, и Вилаша, это ты? Это Зукля убежал. Зукля, блядь, пиздец, я охуеваю. Зачем вы бьете ханта? Мы его контролим. Короче, расфиривайте всю хуйню. Бьете звездочку. Выбирайте звездочку, всем остальным пидорам фир. Играем как в ПВП. Ясно нахуй. Пал въебал стан, я и склеился нахуй. Зукля, ты тут? Он залагал, походу. Давайте, играйте как в ПВП. Все бьют звезду. Я хуеваю, блять. Контрольте все остальное. А БР, БР есть? Это на очищение яда. Став. Водикон, подними в упсне, пожалуйста. Смотри, сразу уход в тень нажми. Крест, можешь крест? Или кого? Или ханта? Крест играйте. Ханта контрольте и хилов контрольте. Всю остальную хуйню контрольте. После креста череп. Ну диспел, диспел. Масс диспел. Из креста диспел, креста. Ямика, Реса и Притона. Пофиряешь, мумов поможешь. Не сдыхайте только как бичи, контрольте этих пидоров. Катите. Притона, вон боб по притону дайте. Или пала, у вас бопа нету. 4 пала. Уже завезли. Водикону боб. 2 соска боб. Глыбу нажми. Когда? Уход в тень.
в инвиз куда-нибудь. Не давайте магу кастовать. Маг кастует. Вар, эфир нажмите. Нажимайте ПКД эфир свой. После крестика череп. Массакру нажми, орешек. Если никогда, Айновен тоже нажми. Ждал. Он хилится, диспел. Все, теперь черепок бейте. Корни этот сейчас поставлю. Вадикон. По ромбику даешь. Три вихря, три корня. По ДК, чтобы он рейд не пиздил. Пока ты живой. Может БР не сказал? Уже БР КД. Давай, Вадикон, ромбик за контроль. Ямика, твой квадрат. То же самое, три вихря, три корня. Трусы тоже за контроль, чем вообще лоф любает, порога бегает. Ну, можно убить еще, если еще падать не будете. Ямику разъебали. Не, это пул залупа, нахуй. Спасибо. Ну ханта, что-нибудь сделайте с хантом. Тотем за броджин ставь на ману. Синтек заливай орешку. Хант выбрал зубражина, отбегай. Треугольник рогу контрольте. Превратите в что-нибудь, в жабу или что-нибудь, акиса преврати. Он вас разъебет сейчас. Два соска, Хант. Акис убьет. Диспел. Нету диспела. Шаманы. Вары из трех варов, дайте фир в эту кучу. Ну это да, а у нас порже будет где таргет, который будет это висит с такой. Сейчас шаманы остались только. Контрольте его на самом. Призен. Хилит. Дайте геру людям хотя бы, я не знаю, кто остался. После черепка треугольник бейте. Рогу. Станы раздавайте всем. Вон. Зуклер, арник живые. Коли палы тоже станы раздавайте мобам. Так, Вадикон зубраджину залей, Иннер. Здесь польте зубраджина. Синтек, квадрат, контроль. Корни из и вихрь. Топа, уйди в инвиз. Уклонение на рарник. Рарник и зукля, возложение рук по синтеку дайте, чтобы мана резнулась у него побольше. Вы на приста кто-нибудь сядьте, он вас просто спокойно кастует, блин. Там у меня банка есть. Ну воин, любой воин. Сейчас БР откатится, порезаем людей, ебать.
Так, что помню. После треугольника сову бейте, звезда. Черепок. Тоже начинайте контролить, там, ферять. В жабу превратите. Шаман, это тема заземления, там ставьте по КД. И трепета. Все, звезду бьем, с косты сбиваем. Всю остальную пидерсию. Миликов в корнях. Хилов в вихрь. И подальше от миликов находитесь уже кастер. А кого они бьют? Череп? Звезду бьем, звезду. Звезда, сова. Зукля бабл нажми. Звезду бьем. Дайте фир в эту толпу, чтобы они разбежались. Вары, есть там фир у вас? Смотрите, может откадешилась уже. О, заебись. И хуярим. Топа там вон. Набей 5 комбо-поинтов на этом. Я на Вилане сижу. Да, на Вилане. Чтобы эта курва не кастовала. Да не бейте в АУЕ, ёбаный стыд, блядь, рядом, блядь, с шаманом своим ебаным. Так, Вадикон, ромбик, ромбик, законтраливай вихрь и корни кидай по КД, чтобы он не бегал, он хуярит. Бегите от ромбика. После звезды череп. Звезду дожимайте, диспел со звезды. Призан, забери, Акиса. Диспельте эту хуйню, еще раз диспел. Еще раз диспел. Видите, вешается по КД. Черепок бьем, самый тонкий. Стан ему дайте. 4 пала. Так, бэрить кого? В Упсне? Да, можешь, в принципе, сразу бэрнишь, там гимноману им дашь. ДТМ если откатился. Миник вон там. Только сразу не вставай, у меня тут шаку. Это, кажись, на аптечку положил сейчас. Диспельте, диспельте. Еще раз диспел. Оп, где был? Вставай. Сразу гимноману, щиток посея. Читаешь на ману там? О. Он за тобой бежит. Синтек, короче, квадрат, а Вадикон, ромбик, контрольте. После да, черепка да. Самула бейте. Сейчас звезду поставлю. Этого пидора разъебаем. Всю остальную хуйню контролим. Ферните вара. После звезды кружок. Так, у Дикона откатился. Да уже бейте так, уже похуй. Ну, Вадикон тогда рез не войда в первой пати. Дам кому-нибудь стан, блядь. Кружок бейте, хила. Ну и все, давайте-то на квадрат, а потом ровненько. Все, теперь нам никакой БГ не страшно. Че не страшно? БГ не страшно. А. Пулить не надо, блять, вот так.
Да пиздец. Я смотрю, тело бежит просто, думаю, бед что ли чей-то или чё, блядь, чё за хуйня. Ну там ДКшник близко подбежал просто по нему. Не, там прям сам... тело пробежало. Нет, там просто Зуклю убежал в них прям. Только а зачем? Сангалу, в стену побежал. Надо ему в следующий раз сказать, чтобы он лицом к стене встал, чтобы если чё побежал, так то в стену хуярил. Бывает. В угол наказан, да-да-да. В тюрьму по Штормградово. Асика, видать, армора пиздец меньше даже, чем у престол. Фокусит, фокусит. Так, пока не запускайте босса. А щит неплох, ебать. Надо кому-то щит этот. Эй, три нанотанка не вышло. Заебал пить там. Кто там? Синтекс? Ты что ли хуяришь там? Айновед? Извиняюсь. Я на внешку. А Киса? Короче. За Киси закинул там. Мне в танка или не надо? Так, ну молицист спекнись. И да, и ты спекнись. Половите эту хуйню, как она называется. Сферки. Так, это на распыл. Где там? А модной рыбы нету? Я для себя цыганскую поставил. Так. Для всех остальных нормально поставил рядом. Запустил пока. Тотемы уберите, чьи там тотемы стоят. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязание. Так, значит, Эвилаша, ты танчишь. Берешь черную, танчишь. Белую. Я беру белую, танчу черную. Так. Значит, этот самый. Смотрите, два танка, кто ловит. Рарник, ты, короче, вот здесь ловишь, слева от рейда. Здесь ловишь. Берите белую, кто ловит. Сейчас сначала белые ловите. Когда рейд сменит цвет, вы не меняете цвет. Вы меняете цвет только тогда, когда, ну, есть возможность. Когда рейд перебежит. Другие шарики начинаете ловить. Это вы знаете, надеюсь. Значит, да, молицист ловишь здесь, с этой стороны. Ну и, короче, вот так примерно полукругом. Танки мы там жопой из центра ловим. Тут, в принципе, отчета не надо, так что пошли пуляем.
Ну, одна в рейд залетела, минус пол хп в рейд, да. Так, цвет что не меняем? Берите, да, белый и этот щит черный сбивать. Да, уже поздно. Тогда заново пьем. Давай переводим. Под белым цветом сейчас черный ловим. Ты Вальку-то сюда поставь, где я держу. Вилаша. Мне сейчас кто-то диван кинул. А. Понятно. Я знаю кто. Так, Ямика, Реса и Анреального. Чё там, белая воронка? А, ладно. После воронки встанешь, угу. Бафы по нему дайте. Пять секунд до способности, смотрите. Так, что там, черную берите, черная воронка. Так, синтек. Переводить будете вы? Да. Ну, давай Т4 ДК. По желтой также и бьете по кружку, сейчас щиток собьете, каст надо сбить. Сбивайте каст. Мы, кстати, Геру не давали, да? Дайте Геру. У тебя Т4 есть, молицист? Да, 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 да. Там смотри, если в рейд полетит какой-то шарик дашь, если просядет рейд. Сейчас, короче, скорее всего, надо будет брать. Сейчас смотрите 3 секунды, готовьтесь. Возле портала стойте. Белую берите и добивайте звезду. Там белая воронка. Давай, Т4 как раз. Блять, рецептов падает, пиздец. Это заебало прокручиваться, эта хуйня. Блять, нельзя было сделать, чтобы она не прокручивалась, сука. Пиздец. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Орешек, ты тут? Мне почему-то... Я же знаешь, я помню тебя, блять, в Лиге Легенд ты был. Ты хилил, по-моему, на ребре флешками и вставал в лужу ледяного пламени. И сейчас дал диван на человека на вальках. Ты совсем хуёво играешь, и я не понимаю, или ты прикалываешься, наверное, над нами.
Ты можешь объяснить, что почему ты так сделал? Диван даешь на в бою. На танка причем. Мне кажется, тебе надо кикнуть. Я сменил себе этот не провайдер, а вот этот прокси-сервер. И на новом прокси-сервере. Забери. Забери, грудак. Диван убрал вообще с Вуду. Я на другом прокси нету дивана Вуду. Ты там был. Я не перепроверил. Ладно. Как у тебя диван в Вуду оказался? Автоматически ставится он. А на какое сочетание клавиш он ставится? Ctrl Alt. Сейчас посмотрю. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне. А мы рецепты куда? В гильбанк или будем ролить? По профам? Не знаю. Кнопка 4, кнопка 5. Это у тебя на мышке кнопок много, что ли? Боковые кнопки, лево это. А, ебать. Опасно буду ставить с такими мышками, блядь. Почему, брат, удобно, особенно на пристая друиде. Ну ты тыкнул как? Получается, ты хилил и тыкнул какую-то мышку, боковую кнопку на мышке. И получился диван на тело. Хотел кинуть на этого человека щит. Начальный опыт, ебать, уже сталкивались с игроками, блядь, через мышку. Я нужно коснулся как-то альта. Просто очищай окошки. Открывай заклинание, просто очищай окошки. Уже почистил. Короче, тут простой босс. Этот самый. А кому-то надо эти рецепты вообще? Ладно, пускай будут у меня пока. Так, надо переодеться. Короче, дайте шкаф. Я возьму шмот этого на блок. Сейчас протянусь. И суманите. Ты можешь ДС офтерузовать. Ага. Могу, наверное. Какой у тебя там ник? Ну в гостиной что-то напиши, авторизую. А ты в Дисе? Я хуй знаю, ты мне челик ПМ пишет. Ну ладно, похуй. Так. Короче, вот эти ребуты были ради отключения слоу-мода на белый чат. Все. Понятно, нахуй, как всегда, на всякое говно, блядь. Всем похуй. А еще чат. Изменены звуки выстрелов оружия. Это очень важная вещь. Скорее всего, это звук неправильно проигрывался, и игра крашилась. Шумоньте. Все там в этого в ДД, кроме этого ДКшника. ДКшник, ты ж танчил, Алнуба. И на пульщики, с вас надо будет на пул сейчас. На протопала. И дополнительно, значит, паладины. И ДЦ. Не вешайте щит на протопала. То есть все, что вешает абсорб от Т4, вот этот щит, шок у меня не кидайте. Частицу на мне будет держать Айновен. Орешек держи на этом, на ДКшнике. Не проебите, частицы обновляйте. Так. Хант будет напуливать. Я сейчас скажу. Значит, вот здесь звезде будет лужа, в которую нельзя забегать. Есть у нас в комнате два места, куда мы бегаем. В кружок и в ромбик. В кружке там паутина будет.
В ромбике это примерно где босс стоит. Босса танчить будешь недалеко от звезды. Примерно вот здесь. Вот как он стоит, чуть-чуть назад его отведя, вот в треугольник примерно. Чтобы от тебя до меня нормально было расстояние немного. Так, это у нас ДКшник. Спула. Начнешь босса набирать агро здесь, в звезде. Чтобы грипнуть эту хуйню, как она называется. Сферка, которая летать будет возле звезды Вилаша, ты грипнешь ее. И сразу дадите какой-то ОЕ там ретрики, что разобьете сразу эту хуйню. Ну и по себе там Freedom, там рарник, зукли дадите. Остальные там сбоку где-то стойте, чтобы вас лужа не замедляла, и бейте босса. Значит, по напулам есть две стороны, которые надо напуливать. Вот с луны. И с квадрата идут мобы. Так, давай, Андреальный напуливал эту хуйню? Нет, ну говори. Вот надо будет, короче, твоя сторона будет со стороны квадрата справа. Я стою в звезде, там рассчитывай, чтобы, ну, напул был максимально эффективен, чтобы мобы на меня шли. Там два моба будет. Так. Давай в помощь, короче, добавим рогу топу тебе. Побегайте, понапуливайте, чтобы это наверняка было. Топа тоже с правой стороны помогаешь. Ну, когда вот ты, как ты играешь, да? Справитесь, топа, с историей. Помочь. Вот так вот. Мы с хантов напуливали у нас. Короче, смотрите. У нас два ханта просто напулило. Стоите, ну, дополнительно поможете им. Стоите вот так недалеко от меня, кидайте на меня маленькие хитрости, ничего не бьете. Вот здесь уже хант прыгает, мобы идут вот примерно здесь. И вот примерно здесь за 30 метров вы начинаете их бить. И когда напул кончается, уже идете на босса. С этой стороны, с луны, напуливает хант Амика, Амияк. Дальнего моба напуливай, ближнего я сам заберу. Ну, дальнего там, короче, ближнего история, короче, подбежишь, напулишь с левой стороны, чтобы с мобами не было проблем. Если мобы в рейд пойдут, зукли, рарник, фиряйте. Юпсинь там, Даша этот, как он называется, уже когда хуёво будет. Как он называется-то, блядь, оковы эти, блядь. Короче, сейчас я включу таймер. Да, с левой стороны. Mm-hmm. Да не пейте. Этот, как начнется фаза, ДКшник сразу сдашь Т4. Что основное вам надо прохиливать? Это синтек, смотри, за двумя хантами, чтобы они не сдохли, чтобы на пол был. Ну и метки, глыбы на кого кидаются. Там, если есть возможность скинуть баблом, скидывайте баблом. Значит, теперь по бопам. На первой закопке. Я надеюсь, второй закопки не будет, там если что, может даже Геру дадим раньше. Это. На первой закопке этот босс закапывается там, вот в треугольнике. Вы все уже идете в центр примерно. И начинаете бить этих, как они называются, сука, маленьких жуков. Примерно до крестика бежите, чтобы вам недалеко до кружка было бежать. Первый боб будет давать орешек. Поставь боб себе на удобную кнопку. Человек, на которого будет идти босс, бежит к кружку, встает возле лужи. Диван у него давай. Когда шипы окажутся рядом с ним, даешь по нему боб. Человек, на которого повешали боб, стоит эти 10 секунд, ждет, когда 2 секунды или 1 или 2 секунды останется до окончания бопа. Вот так вот запрыгиваешь на лужу. Главное, в 0 секунд не запрыгивай, а то может шип убить тебя. То же самое, когда человек там запрыгивает в лужу, следующий, второй боб будет давать зукля. Все стоят в это время в кресте, бьют маленьких. Это разбивать будет шары. Кто с вас разобьет? Какой-то или давайте лок, или сова, или хант. Нет, хант напуливает. Лок или сова какой-то, кто справится? Есть нормальные ребята? Вадикон, справишься? Прием. Вот смотри, когда босс закапывается, когда
ну, уже там 5 секунд до закопки бежишь, в кружке разбиваешь, ну, в стороне кружка одну сферу. Кроме Вадикона и Велаши в спула никто не бьет сферы, вообще сферы никто не бьет, звездопады не тыкаете, а у Е никакое не жмете. Вот, ты разбиваешь эту сферу. Видишь, человек побежал туда с бопом. Когда он бежит туда, ты уже бежишь к ромбику и там разбиваешь сферу ближайшую к ромбику. Вот, когда босс подойдет к ромбику, вы эту лужу взорвете с бопом, все это прождете. Следующий просто убегает сюда. Тоже в сторону кружка убегай и там этот разобьешь лужу одну. Вот к этой луже побежит человек. Там это все видно должно быть. Вот на тебе метку дам, чтобы видно было. Еще давай посмотрим. Ну, на самом деле босс несложный. Самое главное, когда босс выкопался, это сначала добить мелких, чтобы они не стакали дебаф. Жуков напуливают. Жуки не наносят урона по танку. Самое главное, ДПС у нас все есть. Самое главное, это на последней фазе захилить людей, чтобы они не падали от меток. Так, и шипы так же будут, да? От шипов бегать просто или как? Ты сейчас слушал или нет? Я слушал. Что? Я про шипы ни слова просто не услышал. Либо кто? Я хуево слушал. Кто еще не услышал про шипы ни слова? Мне просто интересно. Тебя когда кидают метку, нужно бежать в лужу? Я правильно понял? На тебя кидают боб по воде. Рассказываю гайд. С пула босс минуту и 20 секунд находится на земле, танчится в треугольнике. Через минуту и 20 секунд он закапывается ровно на минуту. Он выбирает случайного игрока. Игроки в это время бегут в крест. Выбирая случайного игрока, на него вешается синяя красная метка над головой и написано на центре экрана: «Анубарак преследует вас, бегите». Этот человек бежит в кружок, там разлита лужа. Он встает возле лужи, орешек дает ему боб, когда шипы оказываются в 10 метрах от игрока. Шипы сначала идут медленно, потом быстро. Вот. Когда боб оказывается на человеке, он смотрит в свои бафы и смотрит, сколько секунд бопа еще осталось на нем висеть. При этом шипы бьют его, но не наносят урона, потому что боб защищает от физического урона. Шипы — это физический урон. Когда остается 2 секунды бопа на человеке, он запрыгивает в лужу. Прыжком лужа взрывается, шипы выбирают другую цель. Что непонятно еще. Теперь все ясно, спасибо. Таким способом мы протягиваем время, чтобы за эту минуту босс не похлопал все лужи. Луж в гере всего лишь 6, шариков всего лишь 6, они не восстанавливаются. Если вы будете ломать лужи за одну закопку, то ну просто выпнемся. Ну если будет вторая закопка там. Так. А кто первый идет у нас? Кто сказал? А орешек? Там? Первый орешек, а потом кто? Второй, третий. Первый орешек, второй зукля. А, два бопа на одну закопку, да? Да. Ну давай третий боп, если надо будет, в кружок потом с ромбика бежать. Когда босс выберет еще раз третью цель, то Айновен будет давать. Я Мика тут? Да. Извиняюсь. Еще раз проверка. Когда это буду считать, я буду готовиться нажать таймер, чтобы засекать это в тайм жуков, чтобы давать стан. Слав, вопрос такой. Ты точно хочешь новичка проверить на кидание бопа 50 на 50? Может назначить тот, кто реально знает и кинет. Короче, боп. Рарник, побежи с орешком, если он не кинет. Хорошо, хорошо. А то он кинет боб по себе или куда-нибудь диван кинет кого-нибудь. Давайте этот первый напыл этот. Короче, первый напыл не сдавайте, там сразу будет мобы через 10 секунд. Готовься этот начинать бой. На счет 3 будешь пулять. 1, 2, 3. Поехали. Сферу грипнули. Веди отсюда. В трусы.
Можно в трусы увезти? Или где? Он сейчас лужу сломает. Сейчас лужу сломает. Беги, короче, беги, беги. Короче, Ямика, Синтека, Ресы. Призан, вставай. Вадикон, Зуклю, Лесня. И убивайте мобов и больших, и маленьких. Беги, беги, беги. Все, теперь к паутине обратно. Я буду немножко поближе вот на вот этой луже. Босс выкапывается, то все по мелким играем. Мобы через 5 секунд. Моба, веди в треугольник. Босса в треугольник. Все, мобов напуливаем, роги, ханты. Че там процентов у босса сколько? 63 60. Две закопки будем делать. Бабл КД, Найновен. Призан. Бездал. Призан, вставалки нету. Идите мобов напуливать. Урарника бопа нету. Зок ли я должен дать? Надо сделать так, чтобы босс не пошел через эту лужу. Посмотрите, на ком метка. Топать будем урон или нет? 40%. Сколько? 40. Ну подбивайте до 35. А там зарывается 5 секунд. 2 секунды зарывается, все, убегайте в крест. Вон лужа, значит, в этом кружке там далеко. У кого сейчас боб есть? У Айновена? Нет, Зуклин. Зуклин, да? Ну давай, тяните время. Следующую, ну вон где вы разбили, туда поведете. И жуков бейте, которые на мне. Так, сколько он там выкопается. Шипы пошли. Че, куда бегу? Боже. Мелких добивать. Нахуя ты бабл нажал, блять. Да, весь. А кто бабл нажал? Да блять. Вон, орешка, блядь. На пулов нету. Ты должен дать, орешка был по последнему. Ты, ну как.
страховочный, а ты ни по кому бог не дал, нахуй, и сам скинул баблом своим, тем самым кинул на другого, и тот человек сдох. Спасибо тебе. Пользу ноль. Может, Геру? Да это вы что, там войско дали, что ли? ДК один. А все, это вайп на. Не, тут все уже не убить. Короче, я ебал этого босса, блять, с вами. Это хуйня а какая-то. В чем вообще проблема вначале была пойти его поставить туда, куда сказали? Типа, ДК вообще не слушал пока. Но если люди до сих пор не знают, что, блять, ВВК 25 делает с шипами на Анубе, то тут реально делать нехуй. Это вначале просто... У меня уже кот, блядь, знает, что с ними делать. Уйму ДПСа проебали тупо из-за того, что, блядь, босс еще хуй пойми где находился. И помимо того, блядь, я сделал два удара, и на меня агро повесил. Короче, у ДКшника. Этот самый... Другой раз как-нибудь потраем. Я ебал тут сидеть. С рейда не, по... не, это, не покидайте рейд. Блять, орешек. Главное, что пробуем один, чтобы хотя бы, блядь, люди догнали, что делать, чтобы в следующий раз пойти и точно уже убить на плаще, а не вот так вот вайпнуть. Все. Хотя бы два. Но он на меня перекинулся, потому что кто-то не зашел в лужу, он на полной скорости летит на меня. Я дал сапоги и начал от него убегать. Он мне а был на ханте. Был на ханте, в ханта дали первый, а потом он пошел в Амика. И ты должен на Амика был кинуть боб. Ты это не кинул синтем. Боб. У меня КД был. Он умер, надо. Он пошел на тебя. У меня точнее, было КД, умер, как я мог кинуть, потому что у меня синтек. На КД. Слушай меня, Рос. Он умер, он пошел на синтека, синтек умер, пошел на тебя. Но ты еще сделал, ты два бопа просрал, ни на кого не кинул, два человека умерло. У меня а потом ты еще сделал... КД, не надо мне рассказывать. Ты сделал, кинул на себя бабу. Ну, хорош, 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 ну что же, блядь, ну уже накинул понял. Накинул на себя бабу, а не хорош, был. Говорю, блядь. Иди, мы отчасти уче, блядь, заебали. А если мы часть? Короче, этот самый синтек и ТРЛ скинул, зайду сейчас и пойдап на АДК. Потом как-нибудь в другой раз поубиваем, когда прочитаете тактику, там, способности, там, что можно нажимать, что нельзя на Анубе. Орешек, я тебя брать в рейды не хочу, почему-то у тебя всегда какая-то хуйня. Ты, ну, наверное, недавно играешь, или месяца два ты играешь. Очень недавно. Ну, поэтому тебе надо где-то, блядь, в другом месте поучиться, я хуй знает. Либо спроси, ребят, я нихуя не шарю, объясни. Я тебя не хочу слушать, я ярово слушаю. Ну, боб я кинул, как положено. Так, давайте на потраем его. Бежал, кинул него, у меня было КД. Блядь, народ, хорош, может, что-то кидавай, вы не будете там на человека. Перестал, что в легком бобе